Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы проходим Half-Life 2, Халва 2. Так что спокойно. Ой-ой-ой. Спокойно, спокойно, так. Нифига не так. Так. Вот так вот, правильно. Итак. Да тише ты. Пугаешь. Итак, давайте. Давайте, 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 давайте. Ой-ой-ой-ой. Давай-ка. Переключимся на пистолет. Всех загасили. Блин, блинский. Придется бежать. Так, а тут у нас что? Тут у нас огонь и пламя. Хорошо. Так, а нам его как-то можно выключить? Есть вентиль-то. И... Да, уйдите. Уйдите. Вот так. Вот так. Вот так. И так, 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 так. Мы все пока что делаем правильно. Вот, все. Все было сделано наилучшим образом. Ой, нифига не так. Давайте. Давай. Получи свою долю. Блин, там опять воевать надо будет с этим жуком, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, для начала надо пополнить то, что у меня не потрачено. Да. Молодец, соточка. Давайте, вниз. Чего нет-то? Вот вы падлы. Ладно. Так, у меня... у меня, блин, это-то кончился. Что-нибудь... Блин, минами его закидывай. Даешь твою мать-то. Бам. Давай. Что у нас там? Во-во-во-во-во, еле-еле душа в теле. Я его как-то загасил. Вот почему вы не хотели сюда идти. Я вас понимаю. Я тоже сюда не хотел идти. Итак. Кстати, интересно, можно было бы и не драться с ним, а сюда сразу идти. Можно же так было? Можно, я так думаю. Так, кто у нас здесь? К
какой злой, какой страшный ужас. Ага, хрен там, да? Ладно. Тогда вот так. Блин, огонь, огонь плохой. Как Франкенштейн говорил, огонь плохой. Да стойте вы. Давай туда. Блин, я тебя в жопу поджарил. Так. Ой-ой-ой. Ну нет, смотрите-ка, правильно, раз загрузка пошла. Правильно, значит, иду. Да. Кто меня здесь ожидает? Вот эти вот прыгучие мелкие твари меня тут бесят. После таких-то... Это разве соперники? Ой. Я даже не знаю. Во! Здравствуй! Матрешка! Да стой ты! Это же я! Где ты? Я рада, что ты добрался живым. Но. Отец где-то там, в этом здании. Ну так пойдем. Его будет не так-то просто вытащить. Хорошо. Пора уходить отсюда. А я тебе про что? Подожди, я не могу открыть, ты можешь. Дай-ка мне эту палку-одалку. Я тоже так буду делать. Так, так, та-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 та. А вторую половинку вот так. Пойдем. У меня нет никакой информации. А у меня, не думаешь, есть? Меня не захватывают вертигонтов, и они сообщают нам кое-что. Но полной картины этого места у нас нет. То немногое, что нам известно, оптимизма не внушает. Давайте, сейчас посмотрим. Сейчас оглядимся. Да я всегда готов. Ни хрена себе! Подожди, нет, нет, нет. Ну-ка, давай-ка вот так. Время от времени они захватывают вертигонтов, и они сообщают нам кое-что. Приготовились. Сейчас оттолкнем эту штуку. То немногое, что нам известно, оптимизма не внушает. Приготовились. Подождите, а где это? Где? Сюда. Сюда. Так и так сюда. Больше нету входа, выхода. Кровище, кровище. Вы что, пытаете людей, что ли? Боже мой, бедные люди. Чего? Ничего не бедные. Вот. Насрать на это человечество. Похоже, я смогу его вытащить. Давай вытаскивай тогда. Сейчас окажется, что он вот здесь вот напротив. Кстати, ГМН все время наблюдает за нами практически везде. С безопасного расстояния. О, он идет. Пошли навстречу. Пошли навстречу. Пойдем. Давай. Еще разок. Ха, готово. Иди за мной. Иду. Подожди, подожди. Иди за мной. Вот так сойдет за тобой идти? Ни спасибо, никаких. Да стой. Да без проблем. Давай, даю. Где ты? Сюда нам разве не надо? Куда нам? Куда? Давай! Давай, давай, давай! Шевели батонами! Он должен быть здесь. Сейчас открою. Должен, да не обязан. Давай, кто здесь? Он там! Давай! Конечно, там! Где там?
Ладно, давай попробуй открыть. Так, так, так. Что-то происходит. Ой, что-то нехорошее предчувствие у меня. Ну не может быть все так легко и просто. Алекс, Гордон, неужели только не верю своим глазам? Папа, ты цел? Где? Я-то в порядке, но вам следует уходить отсюда. Да сейчас мы уйдем. Тебя, папа. Не беспокойтесь обо мне, спасайтесь. Нет, сами. Мы не уйдем без тебя. Я думаю, я смогу настроить портал, чтобы вытащить нас отсюда. Она сможет, я в нее верю. Ты верь тоже, давай, я батя. Я говорила с Кляйнером. Его портал почти заработал. Смотрите, если какая. Если успел его восстановить, попка. Окажемся там. Если опа, не успел, опа, опа. Хуже уже точно не будет. Давай. Не стоит свечи, Алекс. Я не могу потерять тебя. Можешь. Ходи, пока можешь. Мы не уйдем без тебя. И не спорь. Давай, я специально разобью это все, чтобы она тебя не смогла спасти. Не переживай, папа. Мы найдем ее. А пока... Почему такие двери какие-то беспонтовые, не знаю, какие-то неправильные? Я не прощаюсь, папа. Половинчатый вверх, вниз. Я уверен, что да. Встретимся там, крошка. Давай. Крошка-моркошка, вали отсюда. Дедуля. Так, уходим. Порадок, значит, пора. Ладно, сюда. Надо слушаться женщину. Потому что у нее ключ от всех дверей. И попробуй подключиться к твоей рации. Жди от меня сигнал. Эй, береги себя. Нет, так не пойдет, это какая-то хрень. Вот так вот. Пойдем. Все, давай, отправляй батю. Я хочу этих штук завалить сейчас. Кусочек. Пора уходить отсюда. Давай. Ладно, сюда. А куда еще-то? Где откроешь, туда пойдем. Я вернусь на пост безопасности и попробую подключиться к твоей рации. Без проблем. Жди от меня сигнал. Ну вот так-то лучше. Я считаю, так лучше. Давайте посмотрим, что я здесь взял. Для пистолетов, патроны. Это хорошо. Ой-ой-ой. Так. Ты мне откроешь дверь? Эй-эй. Сработало. Попробую расчистить тебе путь. Давай. Ищи Мосман. Я выведу отца из тюрьмы, а потом догоню тебя. Давай сначала я, потом отец. Делай все по Подожди. Порядку. Я подумаю, как открыть эти ворота. Ой. Окей, есть. Вот там кто-то есть, нет? Нету никого, нету ничего. Смотрите. А ведь можно было пропустить. Блин, даже не знаю, как реагировать. Давайте осмотримся. Что здесь есть? Я открою через секунду. Давай. В любую секунду могут напасть. Проклятие. Заклинило. Я так Ладно, и знал. Есть идея. Давай назад в тот кабинет. Кабинет. Ну, в кабинете я. По схеме за полками должна быть вентиляционная шахта. А. Нашел. Вот так вот. Иди-ка отсюда. Хотя нет, вот так. Вот так. Еще и сверху не хватало, чтобы брякнуло что-то. Так, ты-то, надеюсь, сдохла?
Столько шума, господи, из дробовика. Или вы думаете, это тихое оружие? Осторожно, Гордон. Я засекла сенсоры комбайна впереди. Ай-яй-яй. Итак. Ну, вроде как-то вот так вот оно должно быть. Тихо, нет, не так. Да нифига не так. Ты вообще как ко мне залез? Мы что с тобой? Близкие люди, что ли? Где еще одна? Тварь. Все? Ой-ой-ой. Эй, вон ту дверку мне можешь открыть? Я начну работать над воротами. Секунду. Окей. Давай. Так, а как мне те-то? Подожди. Ой-ой-ой. Можно я просто возьму этот чемоданчик, и больше мы не нужны? Ни хрена, да? Ладно. Не прокатило. Так. Черт. Взгляни-ка на монитор. Что там? Где монитор? Ну давайте. По одному. Бамк. Все, всех положил. Ну, вроде все. Какая прелесть. Взгляни на монитор. Где монитор? А, вот монитор. Блин. А, вот что надо сделать-то. Там же гранаты были. Есть. Вот так вот. Вот так вот. Циля. Мы все... Мы все сделали. Убиваем. Вау. Ё-моё, всю броню снесли. Блин, блинский. Как быть? Так. Как быть? А, опять гранаты. Ладно. Вот так. Гранаты, гранаты. Значит, тут гранатами надо пользоваться, да, много? Ну, то, что придется ими пользоваться... Это тогда. Вон они. Все. И что здесь? Непонятно. Так. Вот здесь я знаю, что здесь, да. Здесь ящик этот стоял, который я хотел забрать. Здесь неизвестно что. Ладно, идем дальше. Что у нас еще есть? Так, нам только монстров не надо, пожалуйста. Ты входишь в новый зал управления.
Там кто-то был. Ты входишь в новый зал управления. Кажется, там все еще кто-то есть. Обнаружена кровопотеря. Да. Похоже, тебе направляется целая куча солдат. Целая куча. Тут должны быть подъемные компании. Давай. Что должны быть? Сотня. Блин, нет, ни хрена не сотня. Так, я не понял. Что должны быть? Что тут должно быть? Ага. Вот что надо сделать. Я изменю их программу, чтобы они атаковали врага. Нужно защитить комнату управления. Внимание! Обнаружено подключение вирусного интерфейса и перепрограммирование полифазного ядра. Стерилизаторы и поля. Я не могу отключить эти поля. Давай. Когда получу к ним доступ, я тебя отгоню. Сюда хорошо. Идет много солдат. Удерживай форт, пока я не подойду. Конечно. Я вот сюда могу идти? И отсюда защищать. Как классно, смотрите. Они там пусть воюют, убивают друг друга, а я пока постою. Че, следующая партия? Че? Где следующее? Обнаружено. Держи пулеметы наготове. Тебе надо продержаться, пока я не пройду. Вот так. Держу на готове. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Хорошая болтанка-то у них. Ну я не вмешиваюсь. Я на прикрытии, на поддержке и на подхвате. Да? Вот так вот всех и валим. Поставили подальше, чтобы до них тяжелее было дойти. Да. Вот так вот. Почти добежал. Вот так вот. Еще. Еще будут. Давай. Сзади. Давай. Огонь. Не знал, да, что я здесь? А я здесь. Ну, сколько вас еще будет? Ой. Кто-то стреляет по мне. Как нехорошо. Да кто?
Ого. Сколько в них злости-то. Буду через секунду, Гордон. Давай. Ты откуда вылезла? Хорошо, что с тобой все в порядке. Со мной все в порядке. Давай. С этой станции мне легче будет попасть внутрь. Ты вывела их из строя-то хоть? Зря. Вот она. Минуту. Да как она? Избили с пути. Я не по этому поводу. Что у нее на уме? Мы же обещали не трогать Илая. Давай. Я признаю, что солдаты несколько перестарались, но он был слишком заманчивой целью, чтобы просто его отпустить. Особенно за отсутствием гордости. Мы получили бы Фримена, если бы были терпеливы и ждали моего сигнала. Не были уверены, что ты вообще за это возьмешься. В наши времена слово «преданность» мало для кого имеет значение. Я уже говорила, вы должны позволить Илаю самому встать на вашу сторону. Нельзя же просто... Я знаю доктора Венса гораздо дольше, чем ты, моя дорогая. И я боюсь, что твои чувства к нему ослепили тебя. Чувства? Да при чем здесь чувства? Ты же просто... Ты поверил в нашу... Этот вопрос не обсуждается, доктор Мосман. Пожалуйста, доктор. Сожалею, Джудит, нет времени. Вот так вот. Ее побрал, я не верю. Заговор. Продали все. Теперь нам точно нужно торопиться. Иду. Я уже давно здесь стою. Вон туда. Так, ну-ка, у меня есть? А, хрен там. Вот так. И теперь ты. Давай. Давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что нас здесь ожидает? Давай, 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 давай. Темно, темно, темно. Мы не боимся никого. Пока что. Ни хрена не так. Вообще не интересно. Они меня так поедят все. Вот так. Так уже интересней. Блин. Бесячие. Но. Блин. Хрен зайдешь, хрен выйдешь. Кто тут? Солдаты. Нет монстра. Ага. Все под электрическим током, так? Да. Поэтому путь в воду мне заказан. О, о, сожрет своих же. Вот, молодец. Вот. Вот здесь ты мне очень даже нравишься. Давай. Сожрала? О-хо-хо-хо. Какая прелесть. Давайте. Так, мне понадобятся эти бочки. Потому что эти бочки всегда нужны. Ага, что-то еще, что-то выплюнуло. Что, подавилось, что ли, или что? Так, а куда мне? Так, так, так. Нужны мне эти бочки?
Вопрос вопросов. Спокойно. Бочки. Бочки. У меня такое чувство, что из них надо вот так вот складывать. Правильно я думаю? Отдай. Хапас. Все бы хапало. Так, пока оставим здесь тебя. Поднимемся еще наверх. Да, мы боимся только. О, еще разок. Жить-то охота. Ау! Назад. Теперь понятно почему. Хотя возможно. Возможно. Давайте попробуем. Нет. Нет, нет, нет. О! Все сюда. И еще один. Достал. И еще один поддон. Ну все вроде бы. Пробуем. По этой хрупкой конструкции прошли. Ты встанешь? И ляжешь. О, да, наслаждение. Так, ни хрена не наслаждение. Перематываем картинку. Для вас у меня вот что есть. Бум. Все? Все? Я спрашиваю. Теперь подзаправимся. Вот, все, теперь наслаждаемся. Ни хрена. Еще что ли? Давай, кто там рожает? Вот такая дыра. Посмотрите, как у моей бывшей. Да, большая. Идем, идем. Что мы видим? Опаньки. Она сюда и не надо, да? Пока что не надо. Так, я не понял. Нам надо было туда, что ли?
Так, дыры никакой нет. А, вот куда нам надо. Кто нас здесь ждет? Блок D8. Внимание! Иди-ка ты нахрен! Это не я! Меня тут нет! Не видишь! Не видишь ты меня! Ты меня... Это не я! Сверху. Снизу. Все. Так, два мудня есть. Три мудня. Меня бросили, оставили. Так. Сюда идут еще солдаты. Посмотри, нет ли где пулемета. Быстрее приготовься. Солдаты повсюду. Готовлюсь, готовлюсь. Давайте поправим здоровье, броню. Вот они. Ты откуда вообще пролез-то? Не в ту сторону развернул. Так-то вроде нормально, да? Куда? Кто? Кто? Где? Мать-то.
Загаси его. Похоже, мы разворошили их гнездо. Они лезут отовсюду. У меня патроны вот это кончаются. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай! Пипец! Прости, что так долго, Гордон. Похоже, тебе нужна была помощь. Конечно! Не бросишь. Бросила же. Еще как бросила. Где мне теперь? Мне брать мои припасы. Подожди. Так. О, а блин. Тебе повезло. Тебе крупно повезло. Загрузка. Давай. Расскажи мне. Ты мне что? Ой-ой-ой. Нет, не так, не так. Съели? Давай посмотрим, что нам осталось здесь. Что тебе давать-то? Ты-то ни в чем не нуждаешься. Все делаю я, всю грязную работу делаю я. Давай, я тоже так умею. Давай. А ты мне дашь, если я дам? Вот, что-то взял, вот, видишь? Наземным силам. Провал миссии влечет выселение в нежилое пространство. Отлично, еще один. Конечно. Так. Вот она. Попалась. Вот так. Я там баррикаду сделал, чтобы там с тыла никто не зашел. Я молодец, я молодец. Похвали меня. Обратной дороги нет. Так я и не собирался. Вот она. Я поговорю с ней сама, Гордон. Она поможет нам выбраться. Ага, поможет. Как же.
Эй! Слава богу, кто-то... Алекс? Гордон? Как вы сюда попали? Нам известно все о тебе и Брине. Что? Ты все это время работала на Альянс. Да. О чем ты говоришь? Тварь. Черт. Назад, Мосман. Мы заходим. Блин, нифига, они дверь вышибают. Я хрен откроешь, а одна броня железо сгорела. Что бы ты ни думал, поверь, я старалась защитить твоего... Заткнись! И радуйся, что ты нам еще нужна! Мы перенастроим отсюда к чертовой матери. Тварь это. Видишь, мы работаем с одной целью. Я перепрограммировала модулятор для имитации ну, замедления. Ну, конечно. Ты украла работу моего отца. Это ведь и моя работа. Нет. Я должна была доказать доктору Брину, что твой отец крайне необходим для любого нашего исследования. Хватит. Нет. Доктору Брину, ага. Кому смотри, ты еще что доказываешь? Он мой отец. Я его вызволю. Вы нашли Лая? Нет, благодаря тебе. Введи координаты лаборатории Клайнера и вперед. Но нужно пробраться к платформе телепорта, а мы взаперти. Я позабочусь об этом. Ну, идем. А я вот хочу взять. И ты с этим работала? Я хочу это взять. Как будто нас поджидает. Альянс использует формирователь импульса с большой длительностью фронта, поэтому они долго заряжаются. О, ты его для нас уже подготовила? Молодец. Вовремя. Подготовила. Как она знала-то о нас? Ага, подготовила. Папа, сюда. Да здесь я. Прости, что так долго. Надеюсь, с тобой все в порядке. Не беспокойся обо мне, дорогая. Давай, что старый козел. Они тебя освободили? Не совсем. Илай, я так за тебя переживала. Переживала, тварь такая. Подожди, дай. Так вот он, портал Альянс. Он меньше, чем я предполагал. Нифига. Быстрее, Мосман. Так. Смотрим с безопасного расстояния. Алекс, где ты? Где-то... Мы в Новом проспекте, и мы впервые испытываем имитацию Ксен. Вы готовы нас принять? Давай. Полной боевой готовности. Хорошо. Хорошо. Сначала мы отправим отца, он уже готов. Спалили, нас спалили, что? Надо опустить это назад. Ты, тварь, сваливаешь что? Вместе с ним? Что ты делаешь? Прости, Алекс. Это единственный выход. Нет, вернись немедленно. Предала нас. Дюни, что происходит? Она предала нас. Хотите знать, что будет дальше? Батю убьют. Да, батю убьют. Доктор Клайнер, вы должны их остановить. Остановить кого? Вы должны их остановить. Что это за координаты? Куда она его отправила? А ты-то куда смотрела? Нет. Гордон, прикрой меня. Нужно перезапустить портал. Опять? Опять прикрыть. Так, ладно. Нахер. Ой-ой-ой. Вот так. Ой-ой-ой. Вот так, нормально тебя прикрываю? Давай, у меня еще патроны есть. Что происходит? Тогда что, надо держаться или что? Вы будьте добры, ведите меня в курс дела.
Я же все-таки не барашек для убоя. Я имею право знать, что происходит. Кажется, половина уже есть. Давай. Кажется. Я рад, что тебе кажется. Что-то должно произойти, да? А вот оно заряжается. Черт, это никогда не кончится. Да почему? Осталось-то немножко, посмотри. Вот, видишь, сейчас еще две штуки закрутятся. Давай, раз и два. Вот последний осталось. Потом эта хрень откроется, да? И заново. Ну ничего страшного. Кстати, что-то залучше такое, что там, всю энергию высасывают откуда-то. Так, а где у меня? Вот так. Сотня, сотня. Давай. Слава богу, готово. Теперь сматываемся отсюда. Давай, полезли. Ты что толкаешься? Ладно, док, мы готовы. Давай, Гордон, залезай. Залез. Ох, 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 ох. А я с собой одну забрал. Вот так вот. Сосите лапу. Держись. Чудаки. Кольт. Ну и... Получилось. Мы обратно, ну... И чё? Открывай берлогу. Доктор Клейнер, выпустите нас. Ага. Алекс? Да, Гордон? Это я. Боже, как вы сюда попали? И когда? Что как? Случилось? Телепортировались, как? Дорогая, когда? Я и не надеялся увидеть тебя вновь. Посмотрите, я столько шел, столько бежал, боялся, столько, чтобы вернуться. Похоже, так к началу. В начале передачи. Да, это так. К началу вернуться. Были серьезными, но это было неделю назад. Что значит неделю? Мы с Гордоном были там минуту назад. Удивительно. Похоже, мы изобрели очень медленный телепорт. Похоже, необходим... Что это? Медленный телепорт. Что мы пропустили? Много чего, дорогая. Взрыв, который вы так устроили в Новопроспект, стал сигналом к восстанию. А как насчет моего отца? Да, давай. Это очень неприятно. По словам Вартигонта, он под стражей в цитадели. Нужно вытащить отца. Барни ведет наступление с этой самой... Вот смотрите. Фигурка. Твой друг прибыл пару дней назад. Пес, ты добрался. Молодец. Давай. Не так уж безнадежно. Я бы хотела разделить ваш оптимизм, док. Док, отвечай, ты там? И опа. Эй, док, ты там? Да, Барни. Ух ты, пес. Только что прибыли Алекс и Гордон. Ах, вот это новость. А я уж думал, вы пропали. Мы собираемся устроить здесь базу для атаки на цитадель. Ну это очень Гордон прекрасно. Придут к тебе на помощь. Я приду, да, с роботом. Более безопасное место и найду вас. Мне пригодится любая помощь. Да я знаю. Что ты, ты же без меня никто и ничто. Давай, вперед. Гордон, выдвигаюсь. Конечно, слышал. Я догоню тебя, как только позабочусь о докторе Кляйнере. Обязательно. Я не могу уйти без лома. О, нет. Куда же она делась? Я эту тварь придвину нахрен. Гордон, я позабочусь об этом. Где? Да. Идем назад. Будь осторожен. Да. Красотка, конечно. Доктор Кляйнер, у нас нет времени. Так. Мне надо ракетные установки.
Так, что ты мне предлагаешь, прыгать? Ну да, прыгать. Я-то думал, мы повредим себе что-нибудь с такой-то высоты. Итак. Стой, 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 стой. Не в ту сторону. Что у нас здесь есть? Кстати. Плохо. Давай. Вот так, молодец. Все, все. Ё-моё, точно, сейчас же еще. Сейчас еще эти штуки будут. Давай, ты запейся. Точно, точно. Не-не-не-не-не, так вы меня разнесете. Так. Или что, мне ждать надо было все это время? Что-то я не понял. Ты бы сам бы справился? Так, какой дом-то? Нет, не, точно не в дом. Это я точно увижу. Сюда наверх. Ты чё? Сломал ворота? А чё ж ты раньше это не ломал? Вот теперь жди меня, когда я пройду. Пойдем со мной. А-а-а, собаки. А я тебя полюбил. О, сейф, чемодан. Куда мне? Вот сюда мне, да? Да, сюда. Я думал, там диван надо сдвигать. Ой. Ой, опять эти летающие штуки. Так, спокойно, это по мне стреляют. Только кто и где? А нет, не по мне. Гордон Фриман, и как раз вовремя. Конечно, я вовремя. Я всегда вовремя. Не будь я Гордоном Фрименом. Давайте. Рыба от воздуха. Она валите, валите портрет. По суше, так... Вот так. Кто? Гордон Фриман здесь. Не могу поверить. Так, а куда мне? Так, я так понимаю, мне сюда куда-то надо. Мы поможем вам, чем сможем, док. Да уж будьте любезны. Так, я пришел сюда. Скажите, как мы можем помочь, доктор Фриман? Значит, где-то здесь развязка. Так, вы это порушили. Окей, док, вы главный. А вы кучка. Бля. Ну-ка, ну-ка. Мы с вами, доктор Фриман. Скажите, если надо чем-нибудь помочь вам. Да. Чем-нибудь да помогите. Ни хрена, не так?
А как же? Так. Дверь замурована, замурована. Главное здание точно нет. Но я должен был сюда выйти. А выйти я должен был вот отсюда. Правильно? Правильно. Значит, я двигаюсь пока что правильно. Вот сюда. Ну-ка. ГОшники! Со своими куколками. Я же говорил, я еще отомщу вам. Своими дубинками машете. Ну, сейчас-то мне полегче будет. Так. Отряд двигается. Берегись хопперов! Они везде! Че они везде? Ой. Так. Вот так. Не тратьте хопперов, доктор Фриман, мы можем использовать их против альянса. А как мне быть-то? Ха-ха, вот так! Если снять хоппера, не повредив, его можно потом высадить везде, где он понадобится. Хорошо, ты меня уболтал, чертяка. Так. Вот так. Хорошо. Нифига. Итак. Да, да. Так, и чё мы? Копперы, копперы. Не, ну значит мы сюда двигаемся, правильно? Понятно. Да отойдите вы. Так, и что у нас здесь? О! Ну сгори же, придурок! Извините, но у меня ракет нету. Ничего страшного. Вот так. Нифига. Герой 6. Сотрудник убит. Жилой район 2. Кто там? Так, смотрим, что тут у нас. Кого вы стреляете? Так, здесь мы что открыли? Тайничок мы открыли. Ну, неплохо, неплохо.
Так, двое остались. Хорошо. Двое — это больше, чем один. Как я с тобой обошелся? Так. Ты со мной? Или ты сдулся? Как ты на это смотришь? Что будем навалять? Да, я сомневаюсь, конечно, что тут что-то хорошее. Ну, может, какая-нибудь ракетница? Хрен там. Спрашиваю вас, что может быть лучше стремления? Зомби! Зомби! Сваливаем. Нету там ничего интересного. Ну, я думаю, на сегодня все. Увидимся в следующей серии. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайки. Пока!